Рэп-перископ майки.орг. Крупнейший онлайн-магазин одежды с огромным каталогом принтов ваших любимых рэперов. Огромное количество уникальных вещей по рэп-тематике. Футболки, толстовки, шапки, спортивные костюмы и многое другое. Все изделия проходят трехэтапный контроль качества. Будь ярким, выражай себя в принтах и дари подарки близким. Доставка в любую страну, оплата товара при получении. Ссылка в описании. Погромче только сделаешь? Погромче только сделаешь? Раз. Я здесь сижу? Ты где, конечно. А? Ты, конечно. Я в плане, что не там, когда на дне сидел. Буду с тобой нарочно. Буду к себе. Можешь сюда навалить чуть. Можешь сюда чуть погромче сделать. Тебя слышно будет? Конечно. Здорово! Лет сто не виделись. А за какой футбольный клуб болеешь? Очень странный вопрос. Что за трек? Напиши ВКонтакте, я тебе скину. Гена, крутой альбом, молодец. Побольше автотюна еще нужно только. С детства болею. Блин, не успеваю. Вообще круто. Вообще как дела у вас? Скажите, я сейчас слышу нормально все. Вот, вышел сегодня один. Сейчас перезвоню. Кондрашов. Альбом? Ну, в конце января где-то. Епиха. Много будет. Не три, даже не четыре. Даже не пять, даже не шесть, даже не семь. Может быть, восемь. Да сколько можно батлиться уже? Сколько можно уже? Лагает сильно? Давайте, слагает или врет? Ох, мне подарок подарили, спасибо. Желание есть, я не золотая рыбка, брат. Хиты будут. Чё, какие-то вопросики позадавайте, а то я тут решил трансляцию вести, сто лет не задавал. Альбом в конце января. Что значит подлагивает? Реально прям... О, Федя Пунча зашел, я выхожу. Фитули есть интересные, одна очень интересная, две тоже очень интересные. С варабом, не знаю, пока нет фитов с варабом. Да как лагает, почему лагает, не может лагать. Нормально не лагает. Часто тебя можно в маке встретить? Нет, меня не бывает в маке, я здоровую пищу питаюсь. Тапки забирай. Ну, конечно, не забирай. Ключ трек. Какой трек включить? Любимый трек у стороны Ра? Да не знаю, все вообще, там, 2008 года, там, Скот на свободу вышел. Ох, ничего себе, что заиграл. Ха, типа не знал, что заиграет. В Красногорске обитаю. Артем Фарафонов, ты че, блядь? А, я видел, да, с днем рождения, брат. Райтрауну привет передай. Слушай, насчет голоса улиц, пока вообще что-то нет никакой информации. Вот, с нами тут недавно только на связь вышли, после вообще съемок, и пока тишина. Ну и мне нельзя ничего рассказывать, по сути, но ничего не произошло. Прогноз на 140 ppm, Микки Маус скажет о том, что я должен был с ним батлить там. 1.85 коэффициент, ставки принимаются.
Скриньте потом. Рассказывайте. А, насчет Рестера. Мы с ним общались после вписки. И все решили. И все в порядке. Вот. А, естественно, да, он мне ничего этого не говорил до этого. Я поэтому и бомбил у меня. Но потом в итоге мы с ним пообщались, и все в порядке. Кондрашов, я не знаю, у Вайпхантера, наверное, под крылом где-то там. Да хватит батлиться, не это. Надоело вообще. Типа, ну, неинтересно батлиться с теми, кто так батлится постоянно. Прикольно было побатлить там со старичками, с Гигой, даже с Арсайдом, вот. Я сейчас на студии, где Шарлот пишу. Чё с Варабом? Варабом все в порядке, он больше не батлится. Совсем спасибо. Да не знаю, что будет, не знаю, на вход. Да будет, конечно, куда на вход, типа, пропустят, я не знаю. Поэтому посмотрим на Гуфа с Птахой. Как относишься к внуку? Я, у меня нет детей, какие внуки. Мурманск, привет. Сохрани, пожалуйста, трансу. Хорошо, не буду удалять, или как там отработать, она останется в контакте. Рэпер внук, рэпер... Я не знаю, кто это, кто внук. Внук — это тот, кто батлился... Нет, это Тато был. Внук, а, с Украины, точно. Не, внук нормальный же. Я понял, о ком речь. Внук, да, мне с ним предлагали батлиться на... На Рэпсоксе, наверное. Что на Украине Рэпсокс? Ну... А, да не, внук нормальный. Типа, ну, я не особо слышал такую музыку. У него же там, по-моему, с Локдогом есть песня, если я не ошибаюсь. Могу путать. У них там клип такой черно-белый был. Скажите, да, не да. Нищему хайпу, расклад на раз-два. С вами Забе. Да, я что могу поделать? Я же не могу с ним никак бороться. Я могу вот так делать. О, точно, так же проще. С кем хочу фитануть? Хочу фитануть с Ураган Закатом, хочу фитануть с Imagine Dragons и хочу фитануть с Дэнчиком и еще с Витяем Свастони, чтобы вообще все отписались к чертям. Появится ли еще 495 сквад? Артем Вараб сказал, что он больше не батлит, поэтому если Артем Вараб человек слова, а он такой человек, то скорее всего 495 сквад в таком составе уже не появится. Нарвать на битак. У меня тоже номер 495 начинается. С драконами не надо, а то на афишу не знают. Как в школе учился, блин, ну как все, типа, один из классов закончил, в институт поступил. Нормально. Скрип тебе нравится как музыкант? Ну, странно бы, если бы мне нравился как казах. А кого бы ты взял в команду 495? Какого-нибудь еще человека не из Москвы, чтобы сохранять тенденцию. Из области, из какого-нибудь... Балашихи из какой-нибудь. Тебе не нравятся казахи? Это вопрос, а это вопрос. Не, брат, я казахом ничего не имею. Я вот с алфавитом столько песен записал. Как говорится, казах казаху рознь. Как говорил Райт Раун, но я не помню, как говорил Райт Раун. Заценил новый трек Алфи. Да, только что посмотрел. Специально из-за там не всей нашей трансляции, потому что клип посмотрел. Здорово, Илья из Осло. Я Илья из Осло. Голос ВКонтакте, ура! Куплю на него что-нибудь. Как тебе Эндшпиль? Я не слушаю. Как там Лизер? Не знаю, я не употребляю. Господи, отбирайте, пожалуйста, у меня телефоны, когда Витя Свастони приезжает в мою жизнь.
Вань, ты лично знаком с Бамблбизи? Видел его один раз в жизни, наверное, или два, может быть. На концерте был у него как-то, общались там что-то минут две, наверное, все. Кайф, мужики, кайф. Сергей Семенов из тюрьмы вышел. Артур Скотт из тюрьмы вышел. Сергей Семенов. Сергей Семенов сейчас блогером станет, смотрите, прям скриньте. Сейчас, видите, там его уже там все снимают. Сейчас вообще от него не отстанут. Те парни розы жарят. Кайф, что, я потом поставлю кому-нибудь на могилку. Как относишься к вечному бифу Кизару с русским рэпером? Встал бы с ним спарринг. Как говорит Мози Монтана, жизнь бокса, мы в ней Кизару. Так что нет, зачем драться с Кизару? Ваня, да, ничего себе ты. Мой батя из тюряги вышел. Тебе 25 лет. Но ошибка, забанен за ошибку. Как поживает Вараб? Да как все белые люди. Все в порядке у него. Интересно ли будет Версус Млечный? Не знаю даже. Ба, особый фит, пламя, охуенно, спасибо большое. Когда новые треки? А, когда новый трек? Завтра. Да, завтра. Когда я скажу, блядь, тогда и новый трек. Закадровый продюсер Млечного, блядь. Я, блядь, стример Шакарина. Как к домашнему отношусь? А, ужасно отношусь, потому что этот питерский житель болеет за ужасную команду. Как можно болеть в Питере за Локомотив? Есть один клуб, в Москве один. Лил, Ваня, будут концерты вне столиц? Да я бы с радостью везде вообще выступал бы. Там в Ставрополе, в Красногорске, в Балашихе. Причем не Ставрополь. В, не знаю, Нижнем... В Нижнем Бутово, где угодно. Спартак сосет, накинулись сразу, накинулись, да. Сейчас Саша СТ приедет, расскажет вам за Спартак. А, Краснодарский лучший. 10 раз напиши. С ХХОСом будет совместка. Мы как-то давно пытались сделать, но что-то у нас, не, как говорится, не срослось. Как тебе вайп-хантер? Видел брат его Максу. Вот. Когда розыгрыш билет? Это все к Варабу насчет билетов. Спартак для лохов, Локомотив для реальных пацанов. Господи, вы, конечно... У вас Дима Лоськов был всю жизнь, и все. И потом Сычев и Беллидинов, которые то сбежали. Титов еще и был. Титов в Спартаке был, братик. ССТ фит, ССТ... Да, фит. Как ты видел Саша СТ? Красно-белый фит. Он в Ленинграде теперь. Все, Ленинград не фитует с Млечным. Да. Млечный, как ты относишься к Млечному? Ну, такой чел, что за чел? Как тебе Lil Squad с Минска? Я не слышал. Фит с Алфи уже два есть. Фит когда? С кем? Хочешь фит с легендой? Блядь, не успеваю. Кексом. Кексом. Промис Лирипуль уходит. Ну, не точно не в середине сезона. Гимн Спартака Млечный. Не знаю, я бы на самом деле бы сделал бы, но просто, видите, Саша там для Фратрии пишет песни. Ахаха, брат, по кипе вопросов нет. Брат, ну не в Казани же трансляху делаем. Сколько тебе лет? Сколько дадите? Все равно не сяду. Все мои, блядь. Космос 4 чемпион, блядь. Космос. А, вот эти поля сумасшедшие, я был там. Было стыдно за ноулимита. Слушайте, не мне судить ноулимита, судить его кому-нибудь другому. Мне без разницы на выступление парней, в том плане, что да, я там переживаю за Версус, чтобы не было такой штуки, но типа это не мое дело. Не мне осуждать людей за какие-то их косяки на батлах. Вот. Я считаю, что это пиздец, но не мне, как говорится, варежку развивать. Но я считаю, что это пиздец, поэтому чё мне не призывать варежку в своей трансляции, правильно? Правильно. 3 года не срок, а жизненный урок, да. Фит с Кондрашовым, если могу видеоблог снять только. В Краснодаре выступил. В Краснодаре я... Был в Краснодаре вообще? Мне кажется, не был. Был, наверное, в детстве, когда на сборы ездили в футбик. Почему-то ритмиканец, но ритмика в клипах хватает. Как говорил один маленький пиздюк, он говорил, Млечный, ты не ритмиканец, ты азербайджанец. Кто? Какой-то пиздюк.
Так, приезжай в Иркутск, малой. Бля, вот в Иркутск с кайфом прилетел бы. Вот хоть прям завтра бы, у меня там есть пару дел. Краснодарск топчик. Когда батл с Тиной? Как говорит Тина Канделаки, всем отвечает на интервью. Батл со Славой и Оксимироном готовился около года. Мы никуда не спешим, мы не торопимся, мы все сделаем, мы готовимся. И ей уже пишут текст, она говорит, уже написан первый раунд, мне никто ничего не пишет, и поэтому не знаю, как они соизволят. Ой, надо скрин сделать, смешно потом будет. Не знаю, успел, не успел. Блядь, захлынулся. Да. Физгол киллый был бы пиздатым. Да, был бы пиздатым. Это в красном студии. А ты записаться хочешь? Если хочешь, пиши, решим вопрос. Так же Рестер не одобрил Тину. Слушайте, Рестер там всех не одобрил. Как тебе Гангсбург? Домино крутой. Леша Каштанов, который... Да нет, ну он крутой, но... Сколько я не слушал... Я помню, как-то... есть одна отличная история про него. Лет 6, наверное, назад у нас была группа рэперская, и мы катались по московским всяким тусовкам. И как-то мы выступали с ними вместе на одной сцене. Они, по-моему, назывались своим корешем «Московский бит» или как-то так. Вот. И... Я помню, когда я стоял на улице с бутылкой вискаря, ко мне подошел Домино, я такой думаю, воу, Домино. И да, и подошел ко мне Домино, и, короче, я ему типа предложил выпить, он выпил у меня, и он просто перешел через огромное шоссе, блядь, и уебашил в метро. И я такой думаю, блядь, охуенно, ебать, за Домино выступал на одной сцене. Прихожу домой, что-то начинаю копаться в этой группе, где мы выступали. И типа захожу там, нахожу их группу, захожу в аудиозаписи, ищу трек «Рождество», ищу. А нет, оказалось, что Домино два вообще человека, и это разный другой Домино. И я думаю, кто это такой, блядь? Оказалось, вот такая история. Как у всех. Как говорил Воки Ти, есть один Домино, и это Леша Каштанов. Но это крутой Домино. Я думаю, тебя отпиздил. Что скажешь про Хаски? Хаски, не хочу быть бандитом. Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Как забрать билеты с розыгрыша? Опять виснет? Да не что? Виснет, я не... смотрю трансу, не виснет. Охуенно смотреть трансу с того же самого Wi-Fi. Уехать, допустим, в Израиль, получить бы гражданство и уехал. Да, я уехал бы, в Израиль уехал бы, потому что Леша Долматова говорит, что там... Нет, не по этой причине. Леша Долматова говорит, что там очень лечат хорошо от зависимостей. Разных, поэтому я... От музла бы вылечился? Нет, от музла бы я не вылечился, я бы от других зависимостей вылечился бы. Поэтому гофит с Лёшей Каштановым. Я как-то брал его биты и писал песни под его биты. Спартак, Москва, чемпион. Ну да, конечно, посмотрите таблицу прошлого года. Пошло, блядь. Чё за татуха? Это птица синиц. Тоже здесь, блядь. Почему второй подряд концерт в городе? Ну а где концерты проводить? Я вот хочу в Москве, в Питере выступать. Хочу везде выступать, но просто, помните, это же не от меня зависит. Как я подружился с букером домашним? Они мне жизнь спасли как-то. Я в прорубь тонул, они вытащили меня, я сказал, братья на века. В Минск поедешь? Да приехал бы куда хотите вообще. Не, в Life Stars не буду выступать. С Тиной будет батл. Я уже говорил об этом. А, почему второй? Ну, блин, Алфи посоветовал. Слушайте, почему в городе? Ну, не знаю, мне очень понравился клуб. И там по всем условиям мы договорились. И почему нет, я не понимаю, что... Не в Андербаре же делал второй раз концерт. Так что, Минск, я хоть прямо сейчас выезжаю, что мы там будем делать? Что я знаю про Минск? Ничего. Что там в покер? Вот у меня все кореша ездят в покер играть в Минск. Белоруссию там везде. Это все, что я знаю. Так что... Но я с азартными играми подвязал, поэтому... Картошку есть. Не, картошку не буду. Про СП что скажешь? Все сложно. Нет, как? Что там еще есть? В активном поиске встречается с... Не скажу. Бля, не успел прочитать большое сообщение про заниматься рэпом. Куда не писать по поводу организации концерта? Концерт. Блять. Артем Варабу, напишите. Со ставками подвязал. Какой рост? 182. В Америке концерт. Покажешь, сука. Я не выездной.
Спросили, стоит ли, короче, тебе заниматься рэпом сейчас. Мне не стоит. Что там с «Голосом улицы»? 3 ляма заберу. Если не заберу, меня ёбнут, скорее всего. Трек «Пламя» адресован не только девушке, скорее, ну, как бы не только девушке. А сейчас все просто сразу отпишется, просто 60 девочек. Хотя меня только мальчики, наверное, смотрят. Вараб, вараб, да. Это, кстати, вараб в платье стоял, если вы не знали. Будут фиты в ближайшее время. Да, на епишке. Как подняться? Маш, что за шутки, Маш? Маш, что за шутки? Не до шуток. Девочки тоже. О, я помню тебя. PLC норма, PLC красавчик. Сегодня с друзей меня удалил. Серьезно? Я говорю, да, пиздец, я говорю, алло, я им пишу, Серег, что, мы больше не друзья? Он говорит, что, тебя тоже удалили ВКонтакте? Я говорю, не, по жизни. И он такой, ну, сейчас я верну, там, что-то чистить боты. Он, видите, на телеке, на ТНТ, человек. Я вот отказался от ТНТ, а он на ТНТ. Пилси на ТНТ? Ты не видел? Ничего. Там, типа, какие-то шоу, типа, где Тимати сидит с Максом Фадеевым. А, посмотреть будем. Да. Выиграл конкурс, как забрать приз? Да, пиши, какой конкурс? Я не писал. IGM конкурс, что вы, машину выиграли? Это все к ним. А так в арабу есть какие-то конкурсы в пабликах. С кем бы побатлился, что из последнего ФБ? Да ни с кем, со всеми батлился. Ни с кем, с Тирепсом только батлился. Мусор, босс, лол. Ох, нихуя, уже 20 минут прошло. Че заиграл? Я заиграл. Включи там что-нибудь, Локдога, нажми что-нибудь, пускай играет. Будем петь Локдога. По раскаленному асфальту, чтобы никто не... Забыл слова. Не, это грустное. Только секс, нормально? Нет, это вообще не Локдога трек. Что думаешь про войну стиль? Я думаю, что... Надо идти к Smokey Mo всем, кто хочет максимально хрипануть, надо идти к Smokey Mo. Вот, это оставляй. Яникс, долг. Да не спрашивай меня про долги Яникса. Могу про свои рассказать. Что ты, блядь, как вы вообще вспомнили про Яничка с долгами своими? Когда Яникс... Пускай живет спокойно, у него все хорошо. Я не осилил 13-47 медь очень долго, блин, очень долго. Ну, говорят, что третий раунд Лёхи крутой. Я включил третий раунд Лёхи, у него там все руки порезаны. Я как-то видел MC Дэма, который снимал кофту свою на слово. И там такие же были. Я не знаю, что они с собой делают. Я не слушал. Расскажи, что Лёха, почему Лёха такой это, опасный, как сказать. Чтобы я не смотрел и потом посмотрел, если круто. Тебя уже сейчас спрашивают, можно ли будет сфоткаться на концерте, блядь. Нельзя, нельзя. Вообще ни в каком случае. Последний раз, когда мы пошли фоткаться, у меня кореш уебальник разбили на концерте и мусарку забрали. У Лёхи болезнь. Что, что, блядь? Психическая болезнь. Так психическая или какая-то? И он типа от психики все руки? Блядь, жесткая тема. Дисморфофобия. Это что такое? Типа... За выдуманный изъян себя ненавидит. Сам себе придумывает изъян и ненавидит себя за это. Ну, типа, ненавидит себя, пиздец. Охуеть, конечно. Это, блядь, потому что очень много стримов с Вити Классиком, и это все из-за этого. Маша, сфоткаешь, пожалуйста, меня с той девочкой, которая миллион раз фотографировала со мной. Забэ говорил на стриме, что он тоже будет связан с войной стилей. Что думаешь? Я... Антоха вообще очень ушлый пацан, и я уверен, что если он так говорит, то... Вместо Smokey Mo будет, да? Что? Прикинь, вместо Smokey Mo. Не, ну это вряд ли. Но я уверен, что он может, и я уверен, что это будет неплохо, если он как-то будет... Я не знаю, как он может быть с этим связан, но он по-любому, типа, он разбирается в воровской тематике. В тюремной. Версус тюряга, да? Версус тюряга ВКонтакте. Смотрел, батлы смотрел. Последний, но я прощелкал раунды об Албиске, мне очень понравилось. Только об Албиске смотрел. 13.47 не стал смотреть. Заметил на самом деле, какой Руслан, ну как вот Руслан очень по-разному выглядел на РБЛ и на Версусе. Вообще очень по-разному. Слюни лочи, о, это мы будем... Ну, через один послушаем. Как батл, как батл, как батл. Салам от Флейвы. Молдавской, надеюсь, нет.
На концерте в Москве будут гости, да, будет Майк, будет Никита Алфавит, точно пока. А пока дальше не могу сказать. Как батл Гиги и Букера? Слушайте, ну, что вы спрашиваете какие-то странные вопросы? Ну, типа, круто, стильно, как обычно. За Б судить ФБ будет. Если это реально, если он так сказал, что он будет судить ФБ, это круто. Ну, я считаю, что это имеет место быть. Наконец-то, ну, он реально очень много всего свидел, он шарит, я думаю, в этой штуке. Мне не нравится судить, вот вообще прям не переношу этого. Я ненавидел, когда меня подходили и просили слово посудить. Я всегда говорил, не-не, я пас. Я не буду участвовать на Версусе и на Войне стиле, тем более. Включи новый трек, Ванёк. Нет. Зачем? Правда, новый трек хотите, что включил? С РБ это что такое? РБ, Витя вместо... Витя вместе со мной судил на слово, блядь, это было ужасно. Я думал, Эльна Намэ после этого ушел с проекта. Киди, заскочишь на концерт? Не могу сказать. Могу показать фиточек один. Вот стольчик покажу. Включи трек с Майком. С Майком? Да. Ты можешь прям демку тут включить. Тут чуть-чуть покажу только. Ну пока, пусть покажешь, я пока. Да, сейчас мы там подгрузим его. Дип. Да, ну, блядь, они все... Не засыпают, да? Да, они все столько батлятся, ну, типа, они реально очень стараются. Показать, короче, только потом включи лок-дог дальше. Давай, смотрите, показываю вам одно. Чуть там навали. Сейчас вы напишите, что это попса, отписка, дизлайк, где то-то-то-то-то, где флоу, бом-бом-бом. Смотрите, как я пою. А, это не я пел, это Федук. Нет, не Федук. Но орел или решка не даст нам ответ на вопрос. И куда мы сегодня спешим? Вот такой есть трек у меня. А знаете, когда он выйдет? Он выйдет на EP-шке, и поэтому выключаем его. Все. Какого хера Майк со слова? Нет, другой Майк. Майк с, я бы сказал, с Африки. Но нет. EP то когда? EP то когда? EP? В конце января. Ченни тебя звал на третью встречу рвать на битах. Он предлагал нам с Сёмой, но у нас... Ну, я хотел... У меня было два варианта, с кем побатлиться. И с кем я бы хотел. Я хотел побатлиться с Дагудой, но почему-то пацаны из Дагуды, когда мы звали их первый раз, они слились и сказали, что не хотят участвовать. А потом решили, ну, когда мы уже не хотели особо батлиться с Тёмой, они решили побатлиться с Букером, потому что увидели, насколько вообще охуенный проект. Вот. Все, знаете, боятся заскакивать в новые проекты. Когда нас Дэн звал первый раз нарвать на битах, мы вообще не представляли, как это все будет выглядеть. То есть все говорят, что это не батл, но надо охуенно читать рэп. Вот. И я, типа, никогда не боялся влетать в новые проекты. Я первый влетал на открытие же с нового сезона слова СПБ, когда они там переехали всегда. Когда, типа, все тоже что вот так. Типа, я с кайфом, мне нравится все. А мнение, что я что-то смешиваю с говном, это пускай ставят, кто хочет себе. Все видели батлы, которые последние, поэтому... Как бы все сказано. Пем крутой. Я помню, как он меня знатно разъебал на слово в, на слово фесте. Да. И я прям помню, что для меня это был батл такой, когда я просто напишу, как я три раундика таких забавников и это и перестану типа батлиться. Ну просто и буду тусоваться дальше. А он просто, блядь, подготовился как сумасшедший. Вот. Nike или Adidas. Слушайте, у меня нет ни с кем там этих договоренностей, поэтому мне без разницы. У меня вот кофта Nike, сумка Adidas. Студия
2 единицы. Был на батле Рики с Гнойном. Нет, не был. Включи там слюни, очень просят люди. Слюнки послушаем и это, и пойду я. А то надо песни писать, а то опять хману и не выйдет в конце января ничего. Кто круче был на батле Рики с Гнойном? Да ну каждый свой победитель. Нет, не вейплю. Когда трек с лучшим битом в мире выйдет. Все, слюни слушаем и уходим. Nike или Adidas Ритмика. У меня ничего нет, кстати, сейчас. Куртка валяется где-то. Это бесплатный пиар, что ли? 26-го, что я не увидел? 26 января было бы неплохо, если бы выступил. Где я выступил? Нравится Лочи, очень нравится. Плакал на концерте, ходил, плакал. Ой, банан. Алфа с Машей Химой нарвать на битах, да. Кто вторые, с кем ты хотел на R&B забатлить? Ну... Оставьте, типа, это там по моей каким-то, по моей медленности в принятии решения это не получилось, и пускай это подохнет вместе с желаниями. И как относишься к Луки Мин? Локи крутой, мне нравится. А то их жил новый, рвать на битах. Еще не сняли же, они же там 23-го. Когда рвать на битах выйдет, примерно. Да они еще не сняли, вы что, что, с ума посходили? Футбол нравится, да. Был у Оби. Я не успеваю на вас. Красногорск или Москва? Был у Оби на концерте, не был. Вараба ВК писать, Вараба ВК писать. Был у Оби на концерте, не был. Пойдешь на Спартак Атлетик в феврале, если да, какая трибуна Б. Нет, не успеваю. Баскет, ну, филиппинский в 5 утра раньше котировал, постоянно смотрел, блядь. Ты слух просто вопросы не читаешь. Че говоришь? Слух вопросы не читаешь. Три лучших битмейкера России. Блин, ну кого-нибудь обижу, но типа мне в кайф всегда было работать с пиздец General Hits, It's Orbitals. Я очень много треков записал под это. И X-Winner очень много сделал. Вот Юра Бородёнок. Слушайте, не знаю. Ну вот с кем мне в кайф работать? С теми. Больше, ну так я не могу слёт сказать, наверное. Ну вот они мне очень много сделали битла. Сколько треков готово? Да почти все готово. Просто все осталось доделать. Какие-то маленькие штришочки. Хотел бы батл Рики с Окси. Да нет, не хотел. Зачем я с ним батлить? Меня звали на Фиделю, но я сказал, что нет, что я батлю, больше не батлю. Тим, я боюсь отвечать на этот вопрос, потому что я знаю, что если я отвечу неправильно, это будет конец. Я приду на концерт. О, пофоткаемся с тобой! Ура! Никогда не фоткались. Чипсы, сухарики, два пиваса в затравку. Хотел бы батл Рики с Окси. Господи, зачем? Хелл съеби. Хелла не трогай, блядь. Я не Хелл, блядь. Антихайп. Жду концерт твой, я тоже. В руке оболонь, моя оболоночка. Кто твой трек своет? Блядь, волшебники, нахуй. Кто колдовать умеет в этот вопрос, тот в этот момент, тот свой. Какую поддержишь команду в АПЛ? Glory, glory, Man United. Хотелось бы побатлить с Рики. Нет. Хотелось 100 лет назад, когда мы батлились на Фрешбладе. Сейчас не хочется. Старые треки на концерте будут. Насколько старые? Audio City сводим треки и записываем там же. Подтягивайся. Ладно, еще один трек Локдога послушаем и закончим. Для любой. Какой-нибудь давай. Шизу включай. Шизу, знаете трек Локдога? 5 треков с епишки зачитаю и уйду, да. И еще зачитаю, знаете что? Ритмиканца зачитаю. Прыгну со сцены и умру. Футбол или баскетбол? Я выбираю, знаете что? Выбираю хоккей на траве. Присоединишься к антихайпу? Нет. Я, блядь, уже это...
Почему не зовут на Ренессанс? Я отчасти член этой секты, но никто не знает, какой части. Уган для гандонов. Нах ты так, блядь, вообще жестко. Да меня звали на Фиделя, уже пятый раз говорю, и пятый раз ты спрашиваешь. Звали, 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 я отказался. Как отношусь к Кизару? Так же, как к жизни своей, а все мы в ней боксеры, и я, блядь, Кизару. Как тебе король Замай? Замай король, блядь, вопросов нет. Кто надул Букера насосом? Блядь, хуя себе ты, блядь. Это, блядь, это прецедент на лучший вопрос вечера. Какого хера слили с добрым утром? Откуда, блядь, с Back to Beat'а? Если оттуда, то я не сужу Back to Beat. Кто лучше, Млечный или Млеч? Последнего не знаю. Будет Сайфер с Букером домашним. Да, мы просто... так, блядь, ужасались, когда собирали этот, поэтому я не думаю, что нас хватит еще на один. Ну, конечно, может быть... Ежа нюхал. Блядь, иголки сувал себе в нос, блядь. Китайской медицины. Как относишься к однопартийной системе? Так же, как к конституционной монархии, блядь. Первый ник мой не Ваня МЛ. Накопать глубже надо. Были судьи на Back to Beat? Были, конечно. Каждый мой взгляд больше, чем пламя. С кем хочется побатлить, блядь? С самим собой. Когда треки без автотюна, блядь. Когда ты... Блядь, когда хэви, нахуй, и X-Winner перестанут биты такие делать. Ваня высоко. Это позже, чем Ваня МЛ. Кто были судьи? Рыпак судил, Дипэксэн судил, Домашний судил, кто-то еще судил, я не судил. Когда автотюн без треков будет? Когда будет автотюн треков без? Как относишься к снегу? Нейтрально положительно. Кондрашова слили, я Кондрашов. Небо видит все и суку накроет волной. Будет в альбоме панчи прослеп... Это Блиц или что? Маша, я не вораб, думай дальше. Вы меня доебать решили или что? Это что, Блиц вопрос, отвечать быстро, не обязательно коротко или как? Так ты у General Hits биты, уже ручка вспотела держать вас. Подержу, брат. Вайб, вайб, блять. Да, брат, не придумал шутки не, никакой. Не, не вораб я, Маша, не вораб. Ковер на Тину. Ой, второй ашиз, давай что-нибудь другое. Чё-то мне так нравится, общаться чуть-чуть посижу. В рэп меня протолкни. Очень странное заявление. А чё там, есть что-нибудь, музыка какая-нибудь? Как тебе диджей на версии толпа, если ты... Свят, да, блядь, я балбиск, привет, будут батлиться. Что бы ты добавил, друзья? Ах, да я всех добавляю. Ну, не всех, конечно. Да, я вместо Кондрашова. Должен изначально нарсать с Кондрашовым батлиться, но в последний момент сказали. Можешь просто прикинуть с Кондрашовым? Шум или Редо? Кто техничней? Техничный Редо. Шум остроумней. И вообще, ну, мне больше нравится Шум, но Редо техничнее. Но... Тебя больше не позовут на Версус. Потом посмотришь трансляцию. Я уже все сказал на эту тему. Нет, нет, нет. Я не полюсь. Будут биты, будет без текста биты. Подрался бы с Кацубой. Нет, Миша за Спартак болеет. Парень я. Тебя на батл вызывают. Кто, блядь? Коба. О, я знаю, кто это. Это же чудак, который прикидывался Оксимироном. По крайней мере, у него на аватарке это. А, это, который, это чувак, который на слово, да, типа Аля Мирон был. Да. А что Кондрашова мама не отпустила? Ну, не знаю. А ты можешь голосовалку запустить? Я держал ее вот так вот с той стороны, говорил, Аба, нет, пожалуйста, нет. Хос или всячески? Сейчас я вам покажу, что у меня есть. Мне всяч дарил 100 лет назад. Бля, надо встать ток. Где? О, бля, да. Переверните телефон. Вот наклейка его. Но она кверх ногами тут как-то висит. Что Абы со щеками? Что у него со щеками? Ну не смешно, он не смешно. Маша Хима по щекам ему хлопает во время секса больше всех. Она же говорила уже, блядь, в батле. Ты не слышал? Маша, что с тобой? У тебя ребенок есть. Дай стикеры. Какие? С ноутбука моего? Кто за кадром? Не скажу, кто за кадром. Влад,
как ты нам не сказал, кто пиздил Райт Рауна, так и не скажу, кто за кадром. Мы, блядь, мы все вылетели, блядь, спасать пацана, а ему даже ебал не разбили в тот момент. Оксимирон или Рикеев? Не знаю, что выбрать даже. За кадром Райт Раунд под спидами. Я ускорился, блядь. Да. Конечно, Райт Раунд. Голосование устраиваем, кто за кадром, блядь. Да, вы все равно не угадаете. За кадром Кондрашов сидит. Я уже влог снимаю, да, с Млечиным, блядь. С кем фиты на EP будет? С Кондрашовым. Все с Кондрашовым. Кто это такой, вы можете мне объяснить? Я знаю только, что это чудак, который не... Нет. Я знаю только, что это чудак, который не прошел на Back to Beat, и что за него все топили, как черти. МЦ, спасибо, блядь. За кадром МЦ, спасибо. Макс Кири. Суки просят мясо. Оно достойно лишь овощей. Брванули Букер после концерта в Москве. Не знаю, я пиздился с Райт Рауна. Я написал трек. Вот мне написал Артем Вараб, только что я написал трек для Егора Крида. И он мне, наверное, разобьет лагерь, блядь, если я буду тут и говорить про это. Но я не покажу вам его. Попса он мне скинул. Не буду включать. Богдан, отвали своими стикерами. Богдан, больше стикеров! Бля, Богдан, короче, пизду тебя, блядь, ты вообще уебался. Спрашивают, Райт Раун или Артем Селиванов? Я не знаю, кто такой. Заблокировать. Артем Селиванов. Это Райт Раун. Да я не вараб, Маша. Не Млечный, вараб. Сколько твоя капа? Капа стоит моя. Я чё, блядь, боксер, что ли, нахуй? Вискар или текила? Текила появлялась в моей жизни всегда, когда было очень плохо, поэтому я ненавижу ее. Букер фашист или букер машин? Букер машин. Короче. Это возвращение цели. Чё это играет? Это новый альбом уже. Смокимон. О, ты ее слышал. Эти скины. Мы останемся с детьми, поймем. Блин, так приятно, что вы все это слышали. Я вообще бы это хотел спрятать, а это вообще одни из самых моих любимых песен старые. Круто. Ну, типа не Спартак, а кайф. За кого будешь болеть на ФБ4? А там уже неизвестно, кто там еще будет. Буду за ЗБ болеть, если он будет участвовать. В Перми не бывал. Короче, вопрос был, любишь ли ты рок? Расскажу историю одну про рок русский. В детстве я очень долго гонял группу Король и Шут. Потом Горшок умер. Тихо. Все знают об этом, но не в этом. Короче, Горшочек я очень любил. И в детстве, в 12 лет, Горшок выступал у нас в Красногорске в ДК. Но мама сказала, тебе 12, и к панкарям, которые пьют мочу, ты не пойдешь. Я сказал, мама, ну что ты меня не отпускаешь на концерт? В итоге, когда Горшок умер, я так и не сходил на концерт, а это была моя мечта. Я маме до сих пор это припоминаю, что меня не пустили на концерт Горшка. Но я ходил на рок-оперу тот, которая поставлена по Горшку, и... Бля, это очень круто, очень крутые ощущения. Прям такие у меня были только, когда я на Лок-Дога ходил. Короче, Горшок на моё ДР умер. Поздравляю, чё? Ты пил мочу на зло маме. Да я убил с первого раза, мог не продолжать. Сочетаю рок или быдло. Короче, это... В Краснодар приеду, когда стану футболистом вместе с Федей Смоловым. Слушал группу On You, не слышал. Песня заканчивается, заканчиваем трансляцию. 43 минуты как раз, 44. Мое любимое число 44, знаете почему? Потому что я только что придумал это. Кстати, тебе подарили Лоч, когда он был... Да мне все релизы Лоч нравятся, вообще очень круто. С Окси разговаривал хоть раз. Рафаэль, включаю. Мне кажется, если честно, ну, я не знаком с ним лично. Я никогда с ним нигде не пересекался. Один раз с ним пересекался как-то в общей компании, но на каком-то расстоянии. Но... Я никогда не был такого, что я вижу там каких-то людей. У меня не найдете фоток с какими-то кумирами и так далее, которые у всех. Я никогда не видел людей, не бежал к ним фоткаться, общаться, типа, и так далее. Типа, у людей там свое какое-то свободное пространство. И, типа,
мне, типа, лично мне нечего было с ними обсуждать на тот момент, и поэтому мне не было какого-то такого желания прям бежать и так далее, говорить: «О, Мироша, привет!» или любой другой человек, хоть Вова Путин. Больше инфы. «Этим сами достать меня. Мой любимый клуб — Спартак Москва. А с Промисом не фоткался. Промиса не видел. Какой дезик используешь, блядь?» Рексона мэн. На вот этом, наверное, вопросе пора и закончить трансляцию, потому что вы, блядь, вообще, знаете, когда сначала все в порядке, были вопросы, потом пошли стикеры, хуикеры. Включи, о мой бог. Да нет. UFC смотришь? Нет. Я, блядь, ну, Кизару, если это UFC, то смотрю. Райти отпиздили, что там про Райти вопрос был? Да я бы, конечно, да никто Райти не пиздил, навели шкипиш, потом других людей отпиздили. Идти на концерт Редо в Перми. Да идите, конечно, на концерт Редо. Че Редо, блядь, плохие концерты дает? Я, правда, не был ни на одном, но уверен, что он, блядь, неплохой. Почему Редо должен быть плохой? А почему так свет? А, это моя рука. Ты сам телефоном все закрываешь. Давайте. Да пускай с ней, пускай с ней. Ух, ебать, ослеп. Я, блядь, ослеп нахуй. Обратно, да? Да нет, это Вань Цай. РБТ. О, а знаете, скажите, пожалуйста, мне кто-нибудь помнит клип Васи и Гуфа «Другая волна»? Там была группа, типа, пацаны снимались в клипе, группа РБТ Waves, как-то так. И они вообще куда-то стрельнули, я всегда хотел узнать это. Они вообще куда-то стрельнули, и что вообще с ними стало? Они известны или неизвестны? Любимый панч. Не знаю панч. Не знаю, лучше панч, чем иди нахуй. Эй. Ай, ногу свело, блядь. Ай, сука. Панч про ланч. Да, вот они, два любимых. И третий про монетку. По классике. Не ЛСПшную, а про которую я бросил фонтан, чтобы вернуться назад. Когда забываешь текста, честно, пиздец. Чё ты испытываешь, когда забываешь текстами, я спросил. Знаете, что я испытываю? Я испытываю охуительное состояние. Потому что я ебал в рот всех, кто до сих пор доебывается до меня с этими вопросами. Что же вы, блядь, за дауны, а? Сколько можно? Ну реально, ну смешно, ну, блядь, ну идите в пизду. Ну реально, ну то есть, как еще разговаривать? Ну, стараюсь вот матами ругаться в последнее время, не могу. Что, какой толчонкой трешься? Как можно не ругаться матом? Ну вот я вот стараюсь, там мне говорят, очень много ругаешься матом, я там из песен его стараюсь убирать. Вот. Гнойный или Филипп Киркоров? Так мне скажут, кто что с пацанами из РБТ Waves? Они вообще живы, не живы? Они там машины мыли Гуфу с птах, хотел сказать, с Бастой. Да, видел видео о курсантах летнего училища. Нормально пацаны постебались. Теперь, блядь, буду что делать, интересно. Ладно, все. Пропали вообще. Живы они, кайф, что живы. Они слились, куда? Пару треков еще выпустили, и все. Нихуя, они там вентиляторы разбирали, колготки вешали. Круто, я смотрел недавно. Что сподвигло стать рэпером? Да какой толчонкой трешься, блядь, Зева Плюс, нахуй. Мягкие чувства. Не знаю, что есть еще там. Слава ПМС или Корифей? Откуда знаешь Геру Мелиса? Хо-хо! Он же волейбол катает. А мы с ним говно. Мы с ним давно как-то ебашили в доту. А, у нас команда была, блядь. Ой. Ужасное время. Вот. И тогда познакомились. Типа, и это. А потом как-то он приезжал, там в Красногорск они играли у нас. У нас там тоже команда где-то в первой лиге. Они там, он в аренде где-то варился. Ну, типа, я давно с ним не общался. Вот, как-то он мне там предлагал встретиться, когда был в Москве, но у меня не получилось. Вот. В около футбола снимался. Кто? Я упустил. Сколько ПТС в доте? Блядь. Легенда 2, бля. Брат на аккаунте. ПТС не важны сейчас, пацаны. ПТС не важны. У меня 800. Да не, ну 2500, что ли, по-моему. Я не играл давно. Минут 15.
Моя любимая футбольная игра. Матч, типа, или мне как нам пошутить на эту шутку? Голкилла или Микки Маус? Голкилла. За кадром за май снова вырезали. В черных найках. Нет, блядь, в белых тапках. Не пали, блядь. Да, буду батлить без бинта. Без бинта, блядь, все, уже язык заплетается. Без бита. Тиночка сказала, что под биты батлить не будет. Какой ранг, ебано? Герой 2, по-моему. Что-то, не знаю, не разбираюсь особо вообще, что там, что значит. Что там, там же как-то соло, соло, не соло, все смешано, ничего не понимаю. Что думаешь о Димасте? Думаю, что дики-дики Шенга. Вот. Топ, воробать, топ тапки. Так, изменился счет. Как тебе Арсенал лондонский? Вечно четвертый. Когда с Тиной? Когда, знаете, она соберется с мыслями? Про нищего Диму помнишь? Да, ты говоришь, как будто он сел в тюрьму. Почему я должен его не помнить? Почему ты похож на Дага? Потому что я Даг. Че, устраивает такой ответ? Как тебе Белый Легион? Я знаю Белых Волков, но об этом я не буду рассказывать. Это очень давно. Драго посадить должны, вы слышали? На 5 лет. За отсутствие вкуса. Полиция флоу. Как попасть на другие площадки? У меня нет входа на верс. Правда, что у Сина рак. Бля, где? Вот это, блядь, это... Это ужас. Кто по национальности? Грузины, как это. Я русский. Ваня, ты топ. Нет, я русский. Как попасть на Версус? Надо быть русским. Ладно, никакого расизма. Надо быть пацаном. Как попасть на Версус? Девушек-то не пускают, говорят. Фиты будут. Так что, про нищий сел или не сел? Чего бы там сказали про него мне? Я уж испугался. Ты делаешь топ, а он суппорт. Мой организатор организовал мне проеб. Все, короче, я погнал, артсайт норм чел. Сел на бутылку. Нахуй ты так говоришь, блядь. Ты проню знаешь, что он, блядь, шутить с тобой не будет. Скриптонита? Нет, сейчас слушаю Смокимо. Маш Хима как-то гадость про меня сказала, но мне всегда нравилось, как она поет. Витамины в таблетках? Я его полгода не видел. А ты просто спросил про него? Я думал, что-то случилось. Ладно, все, всем пока. На этой мажорной ноте мы с вами прощаемся. 50 минут, ничего ж себе. Будет, конечно, гостевой куплет. Все, нет, не держите меня. Здраго. Кайфовал, чё же есть. Я, блядь, мазохист. С кайфом вообще батл. Все, real talk. Think about it. Встретимся на Миду. Где еще, не знаю. Завтра в треке. Гера Мелис играет в Челябинске. Если он твой корифан, пускай напишет мне. Передай, пожалуйста, ему, чтобы написал мне Гера. Вот. Все, видишь, завтра трек? Давай. А, завтра трек! У-у-у!